Всем привет, меня зовут Аркадий, компания Boston Technic. Представляю вашему вниманию зернопогрузчик ZMS-100. Зернопогрузчик 2014 года, в хорошем состоянии, рабочий полностью. То есть перевезли с места работы, поставили в ангаре для хранения и для передачи будущему покупателю. Будущему владельцу. Все целое, резина отличная. Смотрим ящик. Вот здесь все пучком. А вот шильдик. Двигатель новый. Видно по нем. Лопатки в хорошем состоянии. Вот все три. Ты снимал ее, да? Я третий не нашел. Сейчас третий еще пойдем снимем. Два списанные. Один на учете стоит. Я говорю, я гусеницы покупала примерно в 2016 году. 175 тысяч гусениц. Ого. Это вот новый двигатель. Нам нужен был этот бульдозер. Надо было поставить. Пришлось покупать. Колеса, рама, все. Все целое, все отлично. Вот такой погрузчик. Кому интересно, звоните, пишите. Поможем приобретению.